Всем привет! Продолжаем путешествовать по Эрарте. Вот эта композиция называется, по-моему, называется «Нефть» господина Меганова. Да, Меганов «Нефть». Это подземка долины Хайлу. А это какой-то арт-объект. Я, честно говоря, не знаю, что такое, но интересно, красиво крутится, что такое вращается. И подсвечивает, мне кажется, очень интересные вещи. Это видео я снимал в одном из залов выставочного комплекса Эрарта выставки. А вот это вот называется композиция «Червь» Сергея Карева. Действительно такая металлическая конструкция, необычная. Это все дело вот из металла, просто, видимо, трудно это все показать, но вот сделано из металла. Автор Сергей Карев. А вот уже другая композиция. Композиция называется «Телец» Дмитрия Жукова. Металлической конструкции. Ну, интересно, вы знаете, вот я хочу сказать, действительно очень как-то даже ничего. Это картины Семичева Кузьмина. Семичев Кузьмин представил свои картины и одну из композиций. Тут тоже как бы за такой решеткой люди маршируют. Необычно. Не могу сказать, что ого-го-го-го-го, но это необычно, интересно посмотреть. А вот эта композиция, это, наверное, это голография, я не очень разбираюсь, но похоже на голографическую работу, называется «Пораженное сознание». Вот там даже я отразился, снимаю. Действительно, вот что-то такое непонятное. Это, наверное, голография. Ну или псевдоголография, может быть. Ну вот, собственно говоря, и все, что я хотел показать на одном из этажей выставки Эрарта. Все, всем пока, всем привет, до свидания.